С самого начала этой недели погода подготовила для саровчан сюрпризы. В понедельник вечером пошел мелкий ледяной дождь. В связи с погодными условиями в ночь, помимо снегоуборочной техники, вышли работать также пескоразбрасыватели. Комфортная температура до минус 5 градусов через два дня снова сменилась морозами. Утром 14 февраля столбики термометров показывали минус 15-16 градусов. 15 и 16 февраля под влиянием арктического антициклона дальнейшее понижение температуры воздуха. В темное время суток 20-25, днем всего 13-16 градусов. Такой температурный фон на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Но уже к выходным дням под влиянием активных атлантических атмосферных фронтов вновь потеплеет. Причем в воскресенье днем температура повысится снова до минус 5 градусов. Потепление будет сопровождаться снегопадами разной интенсивности и гололедными явлениями. На дорогах неблагоприятные условия. Будьте осторожны. Сотрудники ГИБДД напоминают саровчанам о предельной внимательности за рулем во время гололеда и сильных снегопадов. Держите дистанцию. Тормозной путь при движении по рыхлому снегу, наледи или мокрой дороге длиннее, а попытка резко остановиться почти наверняка приведет к заносу. Чтобы избежать аварии, лучше оставить себе пространство для маневра и не приближаться к впереди идущему транспорту. Сбавляйте скорость на неустойчивой дороге и при плохой видимости.